Привет, прогрессивный народ, это истинный следователь. Обзор телефона на андроиде HTC Desire 300. Я понимаю модель. Попал он случайно ко мне, но расскажу кое-что про него, что успел раскопать. Крышка задняя, она такая, как ванночка кладется. Корпус, это здорово, только он трескаться начинает уже где-то здесь, вот трещины. То есть херовый пластик. HTC херня, пластик у них херня. Давным-давно они в днище скатились, придурки ссаные. Когда новый был симпатичный, здесь динамик, здесь микрофон. Снимается тяжеловато немножко корпус, это херово. Здесь вставляется microSD-карта без вынимания аккумулятора. Это очень круто, потому что даже в каких-то ассах я видел, там сбоку упирается в аккумулятор, надо аккумулятор выдернуть, здесь можно вставить нормально, сюда. Одна сим-карта, это фигово, но не критично. Еще что я интересное увидел. Здесь антенны, они подписаны, это хорошо, молодцы ребята. Тяжело, видно, GPS. Спутниковая вот здесь вот сверху. Это Wi-Fi антенна маленькая. И здесь телефонная. Вот она. То есть вы когда держите ее, весь сигнал закрываете. А на частотах 2500 действительно рука закрывает хорошенько так. Волны проходят, но половину она гасит. Волны короткие. То есть такие вот бараны, блин, и кверху надо было выносить все три антенны. Сотовые только обязательно кверху. И это уже не начальная их деятельность, HTC лидер. Он был когда-то там лидером смартфонов. Тупые придурки тайваньские. Аккумулятор 1600, маленький. Камера без вспышки. И это очень херово, потому что вспышка, ну, просто без нее никуда. Везде темно. В любых помещениях без вспышки ничего не снимете. Вообще ничего. Як, значок сертификации, ничего не значит. Вот название HTC Desire 300 RUS. Зарядка 1 ампером, сделана в Тайване. И у этой модели сломался сенсорный экран. Часть вот это не воспринимает. Стоит он сейчас, если рабочий, то, наверное, несколько тысяч. HTC давно скатилась, делают дорогущие устройства, ничего особенного. Потому что видно, был доход, и они как бы разжирели, охерели. И болт забили, и начальство, видно, тупое тоже денежек подсобрало и думало, что так вечно будет. Поэтому я еще удивляюсь сейчас, когда какие-то новости читаю, что вышел какой-то M9, M10. Я думал, уже HTC нету в жопе. Жопу его нету. Давным-давно должен был закрыться с таким подходом нелепым. Было куча неплохих телефонов, но вот это вот задирание цены 30-50 тысяч, младшенькие модели, вот как эти, даже вспышечки нету какой-то, какие-то там ультрапиксели бестолковые. Дизайн вот неплохой у HTC был, такие вот более-менее симпатичные. Но опять же, все некачественно, вот что пластик, что он трескается. Если известно, что будут давить, сильно дергать корпус, он сейчас покажу. Вот он где. Даже нету зацепа не сделано. Обычно делают такую впадинку. Нет. Ну ладно, значит вот так тянем. Тянем. И блин, кнопки вылетают, все вылетают. Блин. Старый, блин, грязный. Фу. Надо продать его. Ну, это все.
пока. Обзор старого HTC Desire. Херня какая-то. Это был истинный следователь. Пока.